Что-то ты долго. Задержался. Ты готова? Да, идем. С этим пространством. Спешишь навстречу к тем ощущениям, которые испытывал поистине только здесь. Попытка к бегству? О, от чего мы только не бежим. От скуки, от суеты, от людей и от одиночества. И в погоне за новыми впечатлениями мы окунаемся в череду бесконечных путешествий. При этом попытки найти себя тщетны в этом карнавале красочных картинок. Ну что, мы добрались? Не знаю, похоже, нет еще. Но вот направление выбрано верно. Пойдем глянем. Там какие-то домики. Язык севера – это мрачное безмолвие, которое предстает для нас выразительной смысловой паузой. Она так необходима и в суетном городе, и даже здесь, чтобы случайно не пройти мимо. Все сложилось, и вот мы на пороге.
Мне знакомо это чувство. Здесь нет ярких красок, и в молчаливом одиночестве ты камень среди камней под беспредельным небом. Но отыскав свой путь, вновь и вновь возвращаясь в эти края, ты наконец перестаешь созерцать пейзаж, как сторонний зритель. Конечно, дело не в севере. И ощутить причастность к целостному можно в любой стороне. Важно не предаться забвению от яркого разнообразия. А для этого нужно особое качество. А, вот ты о чем.